Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ Иван по 13 каталогу. Вот такая большая коробочка. Здесь у нас пакет-сюрприз. Здесь у нас будет с вами бьюти-бокс. Давайте скорее приступать к распаковке. Вот так выглядит посылочка. Сейчас вместе с вами ее вскроем. Так. И посмотрим, как тут все упаковано. Очень долго шла в этот раз посылка. Девчонки, в пикпоинт во вторник сделала заказ. В субботу вечером только она была в пикпоинте. В общем, очень долго. Почему так идут заказы? У нас склад Москва в 2 часах от нас. Вот счет фактура. И вроде ничего. В этот раз почти не мятая, не испачканная. Пакетик. Ну и все, в принципе, так более-менее лежит. Давайте начинать. Давайте начнем с бьюти-бокса. Пакет-сюрприз оставим напоследок. Продукты из бьюти-бокса все разбросаны по коробке, а пакетик пришел отдельно. Просто вчера видела в группе ВКонтакте, писали девчонки многие, что вот так вот пришло все накидано, а вот эту саму упаковку, где кот, вот здесь кот вот на крышечке, я вам не покажу. Здесь кот на розыгрыш автомобиля. Он вот тут на крышке. Смотрите, коробочку так хоп и складывается. И, в принципе, вот этот бьюти-бокс можно даже кому-нибудь подарить. Что же у меня в нем было? Так. Сейчас, секунду, девчонки, буду смотреть по накладной, а то, боюсь, перепутаю. Смягчающая мицеллярная вода для лица 50 миллилитров. Так, и где она? Вот она. Вот. Она мне не очень нравится, но ладно, допользуемся или кому-нибудь положу из девчонок в подарочек, пускай будет. Для чувствительной кожи. Вот такая малышка. Так, следующий продукт. Смягчающий мицеллярный гель для умывания. 30 миллилитров, девчонки, совсем должен быть маленький. Вот он, гель для умывания. Мне, в принципе, такого добра тоже не надо. У меня этого полно. Тоже кому-нибудь из девчонок покажу. Кстати, гель приходит польский с наклеечкой, да? Вот такая малышка. Так, следующий продукт. Сыворотка для лица. Инновация. Пробный образец. Вот она. Вот это, да, разрекламированное в последнее время очень сильно. Может быть, попробую, может быть, с вами в следующем видео, во влоге обязательно ее протестируем. Я вам свое мнение о ней скажу. Так, парфюмированная вода Avon. Я могу сейчас исковеркать. Извиняюсь сразу. Artistic You Iris, 10 миллилитров. Так, вот, нашла. Это недавние наши новиночки, да, пункты выдачи. Вот эти воды прям давали нюхать очень активно. И акция на них была на пунктах. Мне не очень нравится этот аромат на самом деле. Хотя у меня знакомая его себе заказала. Ей прям понравилось. Но 10 миллилитров можно, в принципе, будет израсходовать. Не скажу, что он меня покорил. Но, по крайней мере, отвращение, как последние 3 новинки, там с розой, с жасмином не вызвал. Ничего, можно будет поносить. Он шлейфовый, есть пудровые нотки. Пригодится. Так, дальше, что было у нас с вами в бьюти-боксе? Пачка, материал картон и жидкая помада матовая одержимость в оттенке Irresistible. Вот так вроде, да? Я уже погуглила, потому что все эти продукты в счете фактуре в интернете были видны. Какой это оттенок? Это мой оттенок. Я очень рада. Так, ищем помаду. Где она у нас? Вот, нашла. Это Марк. Оттеночек я вам сказала. Мне кажется, это мой оттенок. Я прям отзывы смотрела. Красивый, насыщенный, красивый оттенок красного. Сейчас мы с вами все засвочим и на губы нанесем. Специально не стала красить губы. Мне приходила, по-моему, по стартовой программе такая помада, но нюдовая, совсем бледная. И что хочу? Качество, стойкость, в принципе, хорошее, хочу сказать, да? Но, по-моему, она немножко такая жестковатая, что ли. Пока все прекрасно наносится. Кремовая текстура. Такой действительно красивый красный цвет. Насыщенный. Сначала я подумала, слегка уходит в кирпичный, но нет. Смотрится красиво. В принципе, практически классический цвет и слегка освежающий. Сейчас я вам сделаю сводчик. Пока на губах она комфортная, но, по-моему, она как-то не очень хорошо сходит с губ. Я ее поношу и обязательно вам потом в Инстаграм отзыв напишу. Ссылочка на мой Инстаграм всегда под видео. Она, по-моему, такая помада всем идет, кто заказал бьюти-боксы. Но в основном всем. Вот. Цвет вообще мой, я такие люблю. Сейчас покажу вам поближе сводч. Вот, девчонки, сводч. Снимаю при естественном освещении. Вот так она и выглядит.
Может быть, да, слегка в коралловый кирпичный немножечко она и уходит. Вот эту кирпичную нотку я не очень люблю в красных помадах, но на губах, в принципе, смотрится достойно. Освежает образ. Вот. Сейчас с вами в конце видео заодно проверим и стойкость этой помадки. Что хочу сказать, мне понравилось наполнение. Прям понравилось. Действительно. А за что давали? Давали эти бьюти-боксы у нас за заказ водички из линейки ТТА. И у меня девочка заказала вот эту вот новинку. Ей понравилась тубероза. Она приходит зафольгированная. Здесь 30 мл жасмин и тубероза. Вот. Поэтому ей обязательно из бьюти-бокса положу вот эти два продукта точно. Они мне не нужны в подарочек. Бьюти-бокс она заказывать сама не захотела за 150 рублей. Так, дальше эта же девочка заказала мужской аромат Мона. Вот такой вот, на нем долго останавливаться не будем. И Мари Корсет она же. И она же вот заказала так... вот такой вот лак из линейки Pro Color, который сохнет 60 секунд в оттенке Чоп-Чоп Крем. Мы с вами сейчас аккуратненько посмотрим цвет, как он выглядит. А, вот такой вот светленький, смотрите, практически белый, с небольшим таким бежевым оттеночком. Да, вот камера вам передает такой, какой он есть, совсем светленький лачок. Так, что из новиночек, девчонки, я брала? Я взяла из новой линейки вот такую вот пену для ванн. Это у нас бархатистый персик с маслом макадамии, целый литр. Давайте с вами попробуем аромат. Ой, классный. Очень классный и персик, да, чувствуется. Здорово. Персик и какие-то цветочки. Очень густая пена, прям так переливается. Взяла баллон огромный, думаю, буду разливать, если надоест, как мыло для рук. Вот она достаточно густая. Классно, пахнет здорово. Так что из этой линейки прям советую, пахнет обалденно. Дальше, давно себе хотела, девчонки, вот этот аромат, и с вами долго советовалась. Это у нас Summer White Sunset. Здесь есть аромат душистой березы. Я поняла, что со страниц каталога, что она мне очень нравится. Первый каталог попалась ароматизированная страничка, второй, третий. Я поняла, что, ну что ж, вода крайне дешевая, что-то на 200 с чем-то рублей, почему бы не взять. Поэтому взяла себе в коллекцию. И вы мне написали, что из вот этой линейки Summer White этот аромат, он достаточно стойкий. Если те просто так, вот прям на полчаса, то вот этот держится аж чуть ли не несколько дней на одежде. Мне очень он понравился со страниц. Надеюсь, также понравится и в жизни. Да, мне нравится. Классный аромат. Прям вообще здорово. Сейчас посмотрим, сколько он мне на мне будет держаться. Если до конца видео хотя бы, то здорово. Очень интересные ароматы. И описание у него интересное. Душистая береза. Это вообще супер. Что касается березы, мне очень нравится. Очень. Классный, классный аромат. Нравится. Так, дальше. Из новиночек заказала вот такую вот, вот такое детское средство для купания веселой краски. Я боюсь вообще, что будет, когда мы будем с ним купаться. По-моему, он ярко-желтый. Этот продукт пришел, кстати, запечатанный из новой линейки Миньоны, да? Да, он ярко-желтый, девчонки. И я обязательно сделаю вставочку, как этот процесс весь будет происходить. Детское средство для купания. Что с ним делать, как, я не знаю. Надо будет почитать в каталоге или на сайте инструкцию. Сейчас отклею, может, тут что-то написано. Дерматологически проверено. Способ применения детям использовать только под присмотром взрослых. Открутите колпачок, рисуйте пальцами на влажной коже тела или на внутренней поверхности ванны. При использовании тщательно смойте теплой водой. Рекомендуется для детей от 3 лет. В общем, вот так, девчонки. Если кому интересно, я вам сейчас покажу состав. Я знаю, для многих это важно. Смотрите, детей... вот состав. И вот такой вот флакончик. Симпатичный. Мы сегодня обязательно все это дело опробуем, и я вам сделаю вставку. Так, погнали дальше. А, девочка у меня заказала для себя, я повторила покупку. Это маска из линейки Планета Спа, антиоксидантная охлаждающая маска арктическая брусника. Приходит польская с наклеечками. Классная маска, классная, одна из моих любимых масок Вейвен, потому что она действительно охлаждает. Я люблю такие продукты на утреннее применение, и эффект после нее мне очень нравится. Выравнивает тон, разглаживает кожу, пробуждает ее как-то вообще супер. Рекомендую. В следующем каталоге, по-моему, у нас будут хорошие скидки на эти масочки, по 99 рублей они должны быть.
Знакомая заказала у меня тоник против черных точек с белой глиной из линейки Clear Skin. Раньше она, так же, как и я, очень любили матирующий тоник из линейки Nutri Effect, но, к сожалению, его Avon вывел. Здесь тоже есть такой осадочек белый. Мы тоник взбалтываем, да, и им пользуемся. Они такие ядрено-спиртовые, но иногда для жирной кожи вот именно такой уход он необходим. Так, дальше. Я заказала девчонке помадку. А новинка. Это у нас помада Power Stay в оттенке Power on Peach. По-моему, по фокусу я ее брала. Да, она у меня вот без скидки идет по фокусу. Это новинка следующего каталога. Power Stay. 10 часов стойкости. Оттенок даже не помню, какой взяла, если честно. Power on Peach, девчонки, называется. Вот так выглядит флакон. Вот такой вот незатейливый глянцевый. Ой. Пришла такая поломанная, хорошо, что себе. Сейчас я вам покажу поближе. Это такой какой-то оранжевый персик. Интересно, какую я заказывала? Надо искать каталог. Девчонки, нашла фокус. Это вот этот оттенок, незнакомец и персики. Вот этот вот. В каталоге он выглядит поспокойней, скажем так. Смотрите. Сейчас я покажу вам поближе. Вот как выглядит оттенок в каталоге, вот как он выглядит в стике. Вот такой пришел стик. Фокус, фокус, фокус. Вот, видите? Отломанный. Даже если мы с вами нарисуем вот так, да? У нас, получается, не очень совпадают оттеночки. Похож, но не очень. Он как-то поспокойнее, понюдовее, что ли, здесь в каталоге. Вот свотч. Сейчас посмотрим, как будет смотреться на губах. А, помада очень кремовая. Вот сейчас по нанесению на руку она прям кремовая-кремовая. Мягкая-мягкая. Невозможно, видите, вот даже. Это видно по сводчу, да? Очень мягенькая. Ну вот сводч, вот как бы картинка, да? Давайте попробуем избавиться от этой красной помады. Для начала попробую салфеткой. Она практически сухая, кстати. Но помада стирается. Да, все. Помада стерлась. Сейчас еще мицелляркой, чтобы оранжевая помада легла у нас достоверно с вами. В принципе, о стойкости тут говорить и не приходится. Помада очень быстро стирается с губ. На руке. То же самое на руке, видите? Просто пальцем. Вот это вот новинка. Что-то она как пластилин по руке размазывается, если честно. Вообще. Вот мицелляркой они все стираются. Так, давайте наносить этот ядреный оттенок на губы. Посмотрим, как он будет смотреться на них. Но ориентируйтесь все равно на сочи, потому что у меня тут аж губ достаточно яркий. Слушайте, а неплохо. На моем-то тоже смотрится неплохо. Серьезно. Здесь заявлено, что 10 часов стойкости. Я не знаю, девчонки, я что-то сомневаюсь. Мне солнце в глаз светит все видео, поэтому не обессудьте. Я специально села на балкон, чтобы вам цвета передать как следует. Не, ну губах смотрится неплохо, кстати. Освежающий тоже такой оттеночек. Она какая-то как пластилиновая, да. Есть такие помады в Avon, вот это вот к ним относится. Липкость есть. Видите? Она на губах сразу становится матовая. В стике она как будто кремовая. Потом как в пластилин превращается. Не очень приятная текстура, скажу вам. Даже у предыдущей помады она гораздо приятней. Ну, не знаю, вот сейчас поношу, посмотрю. И в конце видео тоже с вами посмотрим, будет ли она держаться на губах. Может быть, впечатается. Так, по-моему, остался у нас с вами один пакет-сюрприз. Давайте скорее смотреть его. У меня склад Москва. Вот он. Я его сейчас порву. Что-то я не пойму. Даже под одним и тем же номером пыталась отследить. Много девочек уже выкладывали со склада Москва, из других складов фотографии в группе ВКонтакте Avon, да, какие им пришли призы, сюрпризы. Я даже смотрела по номеру, у меня там совпал с одной девчонкой, в счет фактуре, который номер, да, но все равно, они все равно разные даже под одним номером. Так, первый продукт, это, естественно, лак для ногтей. Но так как я ими сейчас пользуюсь, в принципе, и неплохо.
О, и оттеночек классный, не зеленый, девчонки. Смотрите, светло-светло-розовый. Красота. И вот этот лак Avon True Color у меня есть в сером оттенке. Вы знаете, он у меня 5 дней носился без сколов. Вот такой вот светленький. Наверное, с первого раза будет полосить, скорее всего, а со второго должно быть неплохо. Ну, слава богу, попользуюсь. Слушайте, очень красивый, светленький такой оттеночек. Ничего, ладно, слава тебе, Господи, не зеленый. Следующий продукт это тени, я так понимаю. Потому что у всех они были тоже практически у всех матовые четырехцветные тени. Вот тут уже с оттенком страшно. Прям я видела и зеленый, какой-то сиреневый, такие не использую никогда. Innocent Sky, если я не ошибаюсь. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим, какой оттенок пришел. Вот они, тенюшки. Так. Я такими не пользуюсь. Смотрите. Вот этот вот голубой. Бог знает, что вообще. Ну, вот этот еще куда ни шло. Вот этот можно применить, даже этот. Но вот этот нет. Нет. Кому-нибудь в подарок, скорее всего, тоже положу, потому что для того, чтобы у меня просто были залежи, я не хочу. Мне не подходят такие оттенки. Я ими пользоваться точно не буду, поэтому кому-нибудь задарю. Вот такие тенюшки. Так, ладно. Тени не подошли. Смотрим дальше. Так, это лимитка новогодняя, силиконовые перчатки, защитный крем для рук с силиконом и глицерином. Вот эта вот серия с щелкунчиком. 75 миллилитров, Союз мультфильм. Этот продукт я оставлю себе. Он приходит не запечатанный. Кремов для рук мало не бывает. Силиконистый такой действительно, да. Прям хорошенький. Дальше поехали. Дезодорант. Дезодорант, нежность шелка, антипреспирант, 48 часов защиты, Avon Beauty. Я не очень их люблю, но, в принципе, пусть будет. Это еще 150 миллилитров, да, прежняя версия. Ой. Пахнет здорово, кстати, вот этот розовенький. Дезодорант. И нутроэффект, клеточное обновление 55+. Дневной крем для лица SPF 20. Куда вот этот продукт деть? 55+. Питательный дневной крем с солнцезащитным фактором. Обалдеть. В слюде приходят девчонки. С ума сойти. Подумаю, что с ним сделать. Ну вот смотрите. Сроки годности. 11 месяц 2019 года. То есть почти год крему. Лак. Потому что девчонки вчера в группе жаловались на сроки годности. Тоже я читала. Лак. Срок годности не найдешь. Он выбит третий месяц 2019 года. То есть больше, чем полтора года лаку. Тени. Шестой месяц 2019 года. Больше, чем год слегка. Так, и что у нас еще? Крем. Ну, крем прошлогодний, наверное. 19-й год. Декабрь. Да, крем прошлогодний. А Дейзик... А Дейзик у нас 11 месяц 2019 год. В принципе, нормально. Нет, со сроками у меня более-менее, слава богу, ничего такого сверхъестественного. Ну вот и считайте сами, сколько стоит этот кремушек, сколько стоит дезодорант, крем, лак и тени. 399 рублей у нас был пакет сюрприз. В принципе, у меня наполнение гораздо дороже, да, чем сам пакет сюрприз стоил. У некоторых девчонок смотрела по два лака. Маленький такой кремушек Инью 10 миллилитров, дезодорант и крем для рук. Вот тут как-то не очень, да, совсем не очень, не айс. Ну ладно, в принципе, ничего. Что делать с этими средствами, которые мне не подходят, обязательно придумаю. Так, из макулатуры, девчонки, что пришло? Поздравляем, условия первого этапа программы «Ярмарка призов» выполнены. А, это у нас такая программа, девчонки, в компании 14 мы делаем заказ, ой, в компании 13 делаем заказ от 2000 рублей, а в 14 мы будем по коду 66761 за 50 рублей с заказом от 2000 получать вот такие вот призы. Нам пришлют либо вот эту пурбланку несчастную с тушью Марк, которую я терпеть не могу, либо туалетную водичку Мисс Мирайс, вот эту синенькую, либо туалетную водичку Инканта сиреневую за 50 рублей. Ну, поучаствуем, конечно. Фокус пришел 14-й. Аутлет вот такой вот замечательный. И каталог уже 15-й.
Со следующего года у нас будут каталоги раз в месяц, то есть с 1 по 30 или 31 число. Это на самом деле круто, 12 каталогов в год. Я когда узнала эту новость, прям очень сильно обрадовалась. Это удобно, это здорово, это классно на самом деле. Не надо так часто делать будет заказы в Эйвон. И будет, возможно, больше новинок. Что по поводу березы? Summer White, водичка, очень здорово на мне раскрылась. Прям вот не зря я ее купила, это мой аромат, действительно. Прям очень интересно раскрылась. Нравится, действительно нравится. Помадки вроде тоже ничего. В целом заказ... Ой, что-то еще из макулатуры валяется, девчонки. А, умный сейл. Период действия 14-го каталога. Еще вот еще один сейл. По-моему, такой же бесполезный, как и предыдущий. Ну вот и все, мои хорошие. На этом видео свое буду заканчивать. Каталог с макулатурой полистаем обязательно в ближайшем будущем. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Нет, не пока. Стойкость помады. Давайте проверять. Пластилин. Не сотрешь, не-а. На пальце остается. При поцелуе вообще не остается. Фактуру опять поцелуем. Не остается. Слушайте, поразило. Приятно поразило. А так размазать ее по лицу пытаюсь, а это бесполезно. Прям пластилиновая масса. Но не в плохом качестве. То есть не как с AliExpress, которые вообще такие жуткие хатки, да? Липнет, но не критично. Мне кажется, если припудрить еще сверху губки, вообще 2 дня можно ходить. Ну все, теперь все. Пока.